Министерство природных ресурсов и экологии разработало нацпроект «Экология». Он состоит из 10 федеральных проектов по 4 направлениям – биоразнообразие, воздух, вода и отходы. По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, тема управления отходами является наиболее чувствительной для населения. Ведомство планирует разработать единую федеральную схему обращения с отходами на базе региональных данных, а также подготовить программу строительства объектов по сортировке, утилизации и переработке коммунальных отходов. Как пишет информационное агентство «Северпресс», ежегодно в России образуется более 70 миллионов тонн коммунальных отходов. Из них утилизируют всего 7%. Остальной мусор размещается на полигонах либо пополняет несанкционированные свалки, которых на сегодняшний день около 22 тысяч.